Привет, 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 привет! Привет! Ты где? Я тут. Тимоша зарылся в своих подарках. Ну давай, выползай, показывайся нам. Будем рассказывать, что тебе подарили. Ку-ку! Ты где? А вот и наш Тимоша, именинник. Нам подарили вот такой вот бронетранспортер фирмы «Автопарк». Еще нам подарили вот такого вот робопса из «Щенячьего патруля». Еще нам подарили вот такой вот классную железную дорогу с паровозиком. Я сам. Еще нам подарили... Что тебе очень понравилось? Вот это. Меч Star Wars, да? Меч Star Wars. Покажи, как он работает. Ух ты, как классно делает этот меч. А где ты уже маску раздобыл, ты? Меч светится и издает звуки, да, настоящих ударов? Да. Круто. Обалденный меч. Ну, показывай, что еще тебе там подарили. Тут есть вот мотоцикл на гусеницах и бензовозка, в котором крючится ненужно. Это отъявный воздух. Ничего себе. Тут есть мотоцикл гусеничный и бензовоз, на котором стоит знак «Опасно», «Danger», «Опасный груз». Там? Да. Мы тоже обязательно его соберем и всем покажем. А что еще у тебя есть? Какой подарочек? Это конструктор, полицейский участок. Да. Что в него входит? Расскажи. У меня есть такой же паровозик, как этот. Угу. Расскажи, что в него входит, в этот конструктор? Вот, тут есть тюрьма, стульчик, машинки, вертолет, деньги, мотоцикл, шлагбаум и гаражные машины, вот такой вот. А тут, а это, в котором надо открывать вот этот шлагбаум. Ух ты, ничего себе! Сюда входит вертолет, машина, мотоцикл, полицейских два и один преступник. Полицейский участок, тюрьма, шлагбаум, пульт управления. Ничего себе, какой классный набор! Мы тоже обязательно его соберем и всем покажем. А пока... Мы будем собирать что? Железную дорогу! Железную дорогу с паровозиком, конструктором. Человечки. Это два человечка. Рельсы. Вот. Есть длинные и повороты. Я распаковываю. Вот у нас паровозик, и тут вот так открывается вот эта крыша открывается вот так. А что в комплекте еще? Человечки есть какие-то? Да, вот пошел же и папа. Папа, это его зовут Папа Юрьевич мой. Пассажиром это у тебя папа твой, да, будет? Да. Понятно. Угу. Альпа. И кто еще? Машинист. И машинист. Ну, давай будем собирать дорогу. И посмотрим, ездит этот поезд или нет. Я тебе покажу только. Смотри, тут надо три таких длинных. Нужно... Вот прямая. Опа. И вот прямая. Опа. Потом повороты. Опа. Так, что-то у нас... вот эта железная дорога совсем вмещается. Не вмещается? Вмещается. Вмещается. Давай попробуем. Должна уместить. Да. Ну что, запускаем поезд? Давай, запускай. Едет!
Ой, он такой веселый. И такой добрый. Глазки светятся, носик светится. Класс. Машинист на крыше едет. Авария. Ой-ой. У нас авария такая случилась. Это было ужасное, да? Да. Все упало, все пропало. Да. Капец. Капец. Два пассажира? Да. А поезд на радиоуправлении едет без машиниста? Да. Нет, просто вот он машинист, это его оттуда. А, машинист это... оттуда будет руководить поездом, да, составом? Это его запасная кабина. Я поняла, на ключах. Как поезд из Ромашково, да? Поезд, такой же поезд из Ромашково. Лего-поезд из Ромашково. Такой же добрый и веселый, да? Да. И красивый. Да, мне тоже очень понравился. Тебе понравился? Да. Супер. Я хочу деткам сказать, подписчикам, что я сегодня буду с мамой выезжать в каюку, чтобы поезд переезжал через туннель. А, точно, мы сейчас вырежем коробку, там она сделана в виде туннеля. Да. И покажем вам, как поезд будет проезжать через туннель. Вырежем коробочку и покажем обязательно, да? Давай приступим к вырезанию. Вырезали из коробки уже туннель и продолжаем играть нашим чудесным конструкторным паровозиком. Да. Запускай, будем смотреть, как он будет ехать через туннель. А там Тимоша сделал зеленую дорожку с камнями. Вот такой туннель у нас прикольный получился. Ждем паровозик. Даже паровозик обидел. Да, даже паровозику понравился наш туннель. Поехал в ту сторону. Авария, дорога поломалась, и он врезался в туннель. Кошмар. Вызывай бригаду МЧС. Будем спасать наш чудо-паровозик. Ой-ой. Так, нужно его на рельсы поставить. Все, бригада приехала. Чинь. Вот и все. Можно уезжать. На рельсы поставили? Да. Дорогу починили? Да. Замечательно. Всем спасибо. Поздали что. Всем спасибо за мечтачина. Всем спасибо за мечтачина. Всем спасибо за мечтачина. Поехали! Всем привет! Подписывайся на мой канал и ставь лайки.
Пока-пока. Пока-пока.